Здорово, ребят. Обидно, что на морпех всего 8 человек сидит. Хотя, по сути, это сейчас в этом. В общем, в клабе почти не единственный чистый РДМ сервак. Белой ночки нет. Жаль. Требуемая скорость была достигнута. А почему я здесь? Плюсы, вот так вот прилетать на станцию, это все же то, что, например, можно сразу попить и поесть. Что-то же. Что за станция вообще? Оригин, понятия не имею, что это за станция. Даже страшно.
что там зоопарк, ему не нужны. Не понял. Я потерялся. Федя, блядь, пизди меньше. Сыночек, блядь. Отвинтованный. А, это для улик. Господи. Алекс Хаус, тележки, база. У нас электричество. Ничего не понимаю, где фонарик? Ту-ту, твою мать. Мне не сильно нужны. Угу. Теперь станер, пожалуйста, дайте. Свет повырубал, даже не знаю. Если он тут вообще существует, где вообще ящики из бэшной, я не понимаю. И вот сейчас смотрим, что дальше. Это понятно. Но это пока. Налезем. Борг не называет законы. Вутиль. Ебашьте. Да интересно просто. Может, следы взлома. Так, мне нужна где-то батарейка еще. Ой-ой-ой. Батарейка. Любая абсолютно. Софт старый. Хрен того. Я потрогал вас, тач-тач. Ой, там кто-то кого-то трогает.
все. Мы готовы воевать. Непонятно с чем, но готовы. Грозицоса помогает. Я перчатки еще не надел. Вы говорить умеете. Передай его смотрителю. Можно. Перчатки что-то нет. Серьезно, нету перчаток? Уэ. Ну это вот. Ты че, бля? В моих вещах. Капец ты. Вон твои. Это мои. Да бля. Там мой КПК должен быть. А, да. Вот. А, да. Можно просьбу? Вот теперь правильно. Есть тело, да? Гитара там или еще что-то? А то скучно. 11 минут сидеть еще. Внимание. Проверю. Может, кстати, в Перми есть. Серьезно, у меня нет доступа в Перму? Я офицер или кто вообще? Я не знаю, где может быть гитара. Что-то, мне кажется, я при всем желании не найду никакого музыкального инструмента. Ну окей, ждем. Мне немножко. Но я думаю, со слаймами можно и с камертеном повоевать. С камертеном. Приготовьтесь к столкновению.
Это предположительно, кстати, второе уже. Мед, а где мед? Да, не понимаю, где. Я не знаю этой карты. Лучше бы с пистолета сейчас стрелял, если честно, потому что с такой скоростью стрельбы настрелять немножко трудно. С таким откликом, где-то через полсекунды, наверное, долетает дробь туда, куда я стрелял. Это очень тяжело. О, я еще и шел куда надо. Тут не СБ нужно, тут нужно что-то другое. Привет, Катарсис. Да, сегодня мы не горим. Не горим сегодня.
что, что? Лов! Это выглядит интересно. Кусочек стали нужен срочно или чего угодно. Какая разница, кто это? Несем. Так, меня еще ткни, пожалуйста. Ладно. Нет, чтоб спасибо сказать. Ах, все.
Так, окей. Да. Вот тебе все. Спасибо. Эвакуационный шаттл пристыковался к станции. Пойдем. У вас есть несколько минут для посадки. На восток это туда. Ну, собственно, где написано, туда и идем. Опять ты. Оружие взымаю. Водка, бутылка. А вы никого не забыли? А че он мы пиздец? Это вахта! Упарный! Понял! Уя, что ли? И снова! Всех за это взял! Все. Она, мадам, а я не! Так, окей, ладно. Так, ладно, там полно и так людей, я на ЦК полечусь, пожалуй. У меня интерес, какой урон наш? Физический, там, механический? Сколько кадетов одинаково с синими волосами. Ой. Главное, сейчас сразу в мед бежать. Внимание! Новое оповещение экипажа станции. Кто тебя повезет? Я вам, да? Офицер! Пошли! У вас пассажиры? Потом предстоит спинать. Если слаб. Заходи.
заходить в брик без разрешения сотрудников. Старшее командование. А, это был еще и Рашир. Господи, что происходит? Помогите! Помогите! Боже! О, господи, какой ужас! Задрочил? Да, я так. На станции произошла утечка газа. Избегайте аварийных мест. Господи, нофы. Просто прям швах, я бы даже сказал. Взлети, как долго оно лечится. Охренеть. Урон почти вывели. Источник утечки газа был устранен. Пожалуйста, не снимайте кислородные маски до полного устранения. Уже хорошо. Но чё он так медленно работает? Секунд 10 на один клик. Бред какой-то. Максимума или нет? Успеем? Да, все, отлично. Не трогай ее. Думаю, у меня там урона ядом нет, а если и было, то оно выведено. Но урона было у меня много. Просто пару минут побыл в разведке. Нет? Дайте на Атмосе поиграем. Сегодня, к сожалению, только одна смена, но просто, понимаете, сегодня реально много дел было. Сегодня реально было много дел. Сейчас я вернусь.
Хотя вот я думаю, может, на враче поиграть, если нормальный, нормальная химка сейчас будет. Так, да я сейчас даже уточню у ребят. Может, через The Help даже написать? Уточнить. Тогда вообще я могу зареадминиться, спросить в админский чат, типа, не будет ли сейчас ивента с химией? Но мне кажется, мне потом даже за такое может прилететь. За то, что я, по сути, сейчас напишу в аналогах хелпа. Просто чтобы Ахелп не засирать. Ладно, давайте в Ахелп спросим. Привет. Сейчас нормальная химия будет? Или эвентская? В принципе, ребят, я могу сейчас и поработать на химике, мне не сложно. Хоть я до сих пор наизусть не знаю ни одного рецепта, кроме дексалима обычного, без плюса. И физраствора еще знаю рецепт. А, ну и соль еще умеет делать натрий хлор, тазиру. Просто я не знаю, я помог врача взять, но если сейчас опять будет ивентская химия, то это не имеет смысла. Я не буду ее учить вообще. Что-то пытаться с ней делать. Плюс еще местные кринж ГВ даже не могут аварийный доступ в мед поставить в палаты. Я уж молчу про заказ материалов для тех медхаба. Ладно, мне не отвечают, поэтому давайте, ладно, на адмисе поиграем. Добро пожаловать на космическую станцию. Приятного вам пребывания. Ты или я? Давай я холодный. Ты горящий. Пойдет. Кто-то один должен делать. Делать, иначе мешать будем, иначе мешать будем. Кто-то один должен делать, иначе мешать будем.
одна могу я сделать. Делай. Делай. Вдвоем, вдвоем так делать, это жижа вонючая. Я просто знаю. А он стали не хочет взять? Где этот ебаный тех? Так, окей. Поехала. Так, стоп. Носков-то я не напялил. Какая цель? Космические артефакты, хах? Присутствие всех обязательно отсутствие, только если вы умираете. Шесть. Четыре. Ждем. Эсси, у нас все равно цели нет. Куда нас распределять? Сейчас. Что-нибудь придумаем. Точно. Ну давай, урожай. Чтобы болту не гонять. Да я думаю, чего-то не хватает. Ну, солнечные батареи поставить, а дальше уже где-нибудь разгем будет. Здрась. Где-нибудь, а ну раз 30 минут. Привет, мапенька. Можно шатту заебашить, встать идти. А, соляра настроить одного человека хватит.
Да не буду у инженеров отнимать хлеб. Нет. Ага. Настроить один. Один человек. Поэтому, Егор, ты на соляре. Тебя отыскать должны, не читать. Второй, который знает. Знает разрывы. Принято. Все разрывы. В разрывы в техо. Настроить один человек. И второй, который знает все разрывы в техо. Борг, прийти за пласта. Для разрывов консоль есть. Борг, иди в задницу, у нас самих нет. Могу сгонять за ней. Ладно. Все, распуск. Внимание! Новое помещение центрального командования. Вера. Я только радиаторы. Успел. Минимум 150, постарайтесь. Алексей. Я. Все, можно идти. Атмосы свободны. Я попить. Ты будешь со мной страдать хуйней. Давайте сразу пожрём, кстати. Думаю, одного пока что хватит. Да, все равно 4 куся, так что все нормально. Так, 15 атмосфер, это хорошо. Говно никакое не выходит, тоже отлично. Так, пупса вот этого надо подальше от вот этих зон всех убрать, чтобы, не дай бог, ничего не случилось. О. Макака стала грейтайдом и хреначит ученых УРНД. Какой ужас. О боже. На станции произошла утечка газа. Избегайте аварийных мест и носите кислородные маски. Справишься? Что? 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 Наверное. И хорошо. Источник утечки газа был устранен. Хорошо. Пожалуйста, хорошо, снимайте кислородные маски до полного устранения газа.
Так, что там по даму? База. Ток пришел. Нам ток нужен. Уже строят. Уже строят. Знаете, что думаю? Нам бы... да. Скрубер бы сюда хотя бы один. На станции был зафиксирован гиперэнергетический луновой поток. Товарищи! Через одну трубу не сделаем. Пусть разбирается, я, ребят. Я просто, понимаете, я знаю, как строить горячий тег. Максимально простую схему. Есть газодобытчик плазмы, кислорода. Да можно даже без газодобытчика плазмы, все равно там нормально будет. И хотя бы один из газодобытчиков углекислого газа, либо этого... Как его? Кто-то уходит? Водяной пар 8.37, 5.75. Ну так-то оно сосет, конечно, но скоро высосет, наверное. Так, я понял. Вот, видимо, тоже надо сделать. Временный сбой связи неизбежен. Пожалуйста, свяжитесь с вашим... Газ. Ой, не-не-не-не-не-не-не, рано. Твою мать, серьезно, везде засрано. Ну ладно, тут я поставил скрубер, вот он. Там дососет с горем пополам. Тут все. Ну давайте еще здесь.
0.22, 0.13, 0.07. Ну, меньше 0.01, меньше 0.1% уже, так что плевать. Лучше тогда знаете, что сделать? Ага. Внимание. Не-не-не-не-не-не, по. Ну и что там в трубе? Какие там аж давление 10 атмосферы. Кэтволк обратно поставим, все. Тут скрубер засосет уж. Потерпит несколько минут. Иду. Сейчас он разойдется. Тут-то скрубер у нас, я надеюсь, есть. Кто-то из инженеров занимается солярами. Точно, пойдемте настроим этот. Я забыл вообще, но вообще времени... Ой, какого? Надо настроить. Они все подписаны. Остановить, включить. На рубашке. Включи. А зачем тебе? Да, немножко дунет. На 5 и погнал. Утилиты. Чтобы меня совесть не мучила. Теперь выискивай своего места. Мне говорили, чтобы поменять профессию в отделе, нужна именно эта бумага, а не твое устройство. Попробуй. Понял. Она у нас ходячая энциклопедия. Расскажет все. Сойдет. Только спрашивай почаще. Его прям красить не будем, нет смысла.
Проверим сразу криокапсулу. Спасибо вам. Сейчас еще залезем в эту, в библиотеку. Мне таймер на 2 минуты нужен будет. Ага. Что? Я в душе не могу как дела тут соренул. Гава Крю готов? Бензол и бикарити, спасибо. Ага. Тут как будто бы скруберы не справляются. Почему здесь срабатывает сигнализация? Понять не могу. Отреживайся. Ну вообще сосется так-то, очевидно. Как будто бы скруберов не хватает для того, чтобы усасывать гомеопатическое количество CO2, я не понимаю. Так-то с давлением все в норме. Ну или это просто реально... Вы обратили внимание, все нормально с воздухом, да? Как будто бы просто реально кроет саму эту, саму... Саму вентиляцию. Так, ладно, давайте в библиотеку. Научимся сейчас пользоваться шприцами. Раз, два, три, четыре. Двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре. Мне кажется, больше уже, чем 30 секунд прошло. И на провалин. А восстанавливает воздух в Крите. Так, адский туман в инженерке. Внимание. Секунд. Тебе чего? Мою карту ты украл и не отдает. Дексалин лечит повреждение. Дения. Инженер. Крови. Это важнее. Пойдем, ты покажу. Вот потери. Потери крови и удушение. Независимо от состояния. Повреждение от потери крови и удушения
Механ не мешать. Механ не мешать. А, угу. Так, ну еще 2 минутки, надеюсь, меня подождут, потерпят. Внимание! Новое оповещение и экипажа станции. Сука. Заживай, давай, заживай. Да. Мне Диксалинчик помог. Так. Читает про медоборудование. Поехали. 2 минуты, ребят, 2 минуты. Давайте, через 30 секунд начну писать херню. Несколько минут нужно. Вот читать 2 минуты, это тоже не столько. Где? В отделе. Шприц колоть по вене. Три варианта использования. 5, 10 и 15 унций. Инженер, у нас 4 павука. Внимание! Температура не выше 200 градусов. Ага, ого. Вроде поняла. Так, ладно. Так, теперь в срочном порядке идем. Так, ладно. Ох, ёб твою мать! ТСБ.
Где это должны быть плазменные окна у нас? Где? Вроде все. Вроде все. Ну, а, кстати, до сих пор так не сделали. Я в шоке. Девочка, я ему сейчас ничем не помогу, к сожалению. Давай, давай, давай. Мне очень тяжело идти, но я не знаю почему. Мне как будто бы магнитки включены реально. Долбаный акуст. Не, я могу так сделать. Вот реально, мне это не проблема. Но он сказал, я сделаю. Убей меня обратно. Типа, окей, да. У нас не положено. Он криокапсула. Пойду письмеца напишу. Уволен. Бля, все. Спасибо. Охури. Так, все, в хранилище инструментов залезем, кое-что возьмем. Сойдет. Подождите. Оружие. Приедините ЛВЛ кабеля. Мне тогда не нужно столько.
определенный срок. Давай, 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 давай. Готово. Так, окей. Энергопитание станции было восстановлено. Приносим извинения за доставленные неудобства. Почему здесь так много пара? И что-то здесь еще и гниет. Так. Так. Твою мать! Ладно, я понял идею. Господи, какие же гуски, господи, Иисусе Боже! Какие гуски! Вторичный порт на 1% ставим. Так, по поводу этих огузков. Они вообще сделали циркуляцию, там вот бла-бла-бла? Серьезно, там просто труба, да? Attention. Enemy communication intercepted. Security level elevated. Утилита... Жижа. Жижа. Труба жиденькая. Странно. Тут-то нормально. Недавно смотрел, показывалось, что вырабатывает Нольквт. А чё с тегом? А как такое вообще возможно? На станции произошла утечка газа. Избегайте аварийных мест и носите кислородные маски. Как там может быть?
200 градусов. Макаки. Подождите, пока нагреется, поставьте помпу. Так и без нее норм. А почему газ зеленый? Должно быть в виде пара. Там третий. Источник утечки газа был устранен. Пожалуйста, не снимайте кислородные маски до полного устранения газа. Обнаружен рой метеоритов прямо по курсу станции. Приготовьтесь к столкновению. Долбоёбы. Thank you.
Внимание! Новое оповещение экипажа станции. Внимание! Так, я тут. Там пипец у нас просто происходил. Так. На станции была обнаружена нестабильная блюспейс аномалия. А что у нас тут происходит? Почему он не циркулирует? Что такое N-lag? Я что, не знаю таких слов. Что такое N-lag? Чего? Какое давление? Сколько? Простите. Ладно, ну вроде оно работает, но это ужаснейший, конечно, так? Unlock. А что у тебя с Unlock такой страшный случился? А, ну, бывает. Три раза 50 на 50 проиграла. Я на гостролях не играю, как бы. Я если умру и
если меня гибнет, я сразу меняю сервак, потому что шанс на нормальную гастроль у меня не будет, естественно. Ой, боже. Где я? Да. Обнаруженная аносферная аномалия. Временный сбой связи неизбежен. Пожалуйста, свяжитесь с вашим. Ага. А у нас режим выживания получается, да? Ладно, пойдемте искать разгерметизации. Фризона. Это много. Не знаю. Для чего? Для чего? Чтоб продать. Нормально. Нормально. Так. СБ Атмоси. Да, блин. Внимание! Новое оповещение экипажу станции. Качув! Ну, это желач, понятное дело, мы тут долго не протянем. Там идеальная прям солнечная вспышка, по сути, была. Пошли в карго. Уйдите! Пушка.
Это не связь, он саботировал, это солнечная вспышка была. Вы-то куда лезете? Куда ты лезешь? Съебись! Так, окей, еще 10 дексалина. Нормально, нормально. Спасибо. Внимание. Новое оповещение экипажу станции. Сейчас я тупая. Немного. Внимание! Новое оповещение экипажу станции. О, скоро отъеду. Здесь у меня одна идейка. Короче, ребят, 87-летнему моему деду подарили новый телефон, это просто задница. 2 часа я его сегодня настраивал перед стримом, поэтому он такой поздний. А потом еще сейчас уже разбираемся с тем, что у него связь не работает, потому что у него 2 симки в телефоне. А я не знаю, как в телефонах работают 2 симки. Я никогда в жизни не пользовался телефоном с 2 симками. Как вообще переключать эти сим-карты? Я в душе не знаю, как они работают. Надо ковыряться в настройках, проверять, как переключить симку.
трава будет. Это ебучая цикада. На станции был зафиксирован гиперэнергетический волновой поток. Не тупи, заделывай, брат, заделывай. Просто сообщаю. Сейчас так, так будет. Грава, точнее. Давай, давай, давай. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 90. Я не удивлюсь, если это просто кто-то перезагрузит. Так, все хорошо. Я в мед. Окей. Ой-ой-ой-ой-ой. Я спасаюсь бегством. Это за дерьмо? Где я? Не-не-не-не-не. А, я знаю, где я. Ну тут меня точно никогда не найдут никакие яо, очевидно. Так, тут уже все съели, ладно. Давайте проверим этот горе-тек. Призрак в химке. Это значит, что мед еще цел.
сука тупожилая, мразота, кто так ставит? Нельзя, нельзя, нельзя сейчас. Да, везде должен быть максимум, везде. Везде максимум надо ставить, иначе не выжить. Обнаружена аномальная активность в сети станции. В предохранительных мерах электропитание будет отключено на неопределенный срок. Атмосфера поставила максимум. Если там будет больше одной атмосферы, то все нормально будет. Все нормально, тут горит. Включаем, 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 включаем из этого. Энергопитание станции было установлено. Все нормально. Приносим извинения. Я проверим. За доставленные неудобства. Каким образом? Не, я понял, что помните, а как именно? Мы не покинем это место. Внимание! Новое оповещение экипажа станции. Так. А у нас-то что происходит? Чё, Дангер? Давление 7,6 где-то? Надо допроверить от Мошева. Нету тут никого больше.
Вроде чисто. Ладно, я в мед. На станции произошла утечка газа. Избегайте аварийных мест и носите кислородные маски. Кстати, сколько до эвака? Ну, есть шанс, что доживем. Даже, да? Он может даже так делать. А мы куда? Нам 10 километров улетели? Внимание! Ну, скорее всего, меня сейчас грохнет. Пока еще кидаемся. Ну-ка там павук какой-то. Нет, 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 нет. Ставим стены. Это единственный раз герма здесь. Надеюсь, что единственное.
Проделала дыру, но не уверена, что этого хватит. Внимание! Новое оповещение экипажу станции. Спасибо. Так. Унак. Я тут сделаю отдельную вентиляцию. Такую расу Шона не трогал. Если так, плохо, ну я думаю, я дальше уже восстановлюсь. Тут цела сама труба, да, цела. Чел, наверное, удивлен, а как же его не спасли? А вот, к сожалению, вот. Твою мать, это не та вентиляция. Или та, подождите. Эвакуационный шаттл пристыковался к станции. У вас есть несколько минут для посадки. Внимание! Магниты вырубим, доживем, дойдем. Вот что такое, ребят, режим выживания. Много трупов, чтобы всех спасти. Тащим еще кого-нибудь. Все, вроде никого больше нет. Ладно, уходим. Успеем ли?
А, все. Ну все. Не успели. Внимание. Новая. Зачем поперлись, непонятно. Зачем поперлись за еще трупами? Нам как будто бы жить не хочется, что ли. Но это, по, но это, кстати, P2 по этому, Power Gaming натуральный. Так играть нельзя. Мы еле выжили и еще куда-то прёмся зачем-то. А где все атмосы? Если ты живой, если живой. Сеть Круберов испытывает скачок обратного давления. Кошмар, а не смена. Возможно, выброс содержимого. Авада. Слушай. Все, кто могли, меня убили. Неважно. Вы другой, ну, Авада. Тут как бы уже, ребят, правда, без вариантов в любом случае. Я ж не ожидал, что я пойду и там дракон зомби будет. Дракон, твою мать. Жаль. Я почти сам. Да, я размазала ваши мозги по стенке, Закус. Ну. Пипец, сколько же там было этих саботажей. Да, там были еще зомби. Он вируса. Виолетта. 277353. Принято. Потом полетим. Два дракона Беллорда. Два. Две ниндзя. Но это плевать. Три нулевых. Ядерник еще был один. Но, к сожалению, в последний момент мы решили вместо спасения собственной жизни заняться херней. И за это поплатились. Собственно. Да. Но я так скажу, это чудом то, что я выжил до этого 10 раз. Я до этого 10 раз должен был умереть. То, что я сейчас сдох, это уже воля случая. Сука. Мои чулки. Охуеть. Да. Внимание. О, господи, о, нет. Он же сейчас зарядит. Заряд от бина по ЕРП. Урона нет. Я из этого сделать скриншот и выложу в меди. Админ решил зарядить по ЕРП. Ой, ну кстати, на удивление хорошо поиграли в любом случае. И прошлый раунд, и даже этот. А, это светошумовые, господи. Так надо было ядерные заряжать, вы чего? Зарядила. Так, ладно. Предыдущий, кстати, видос я все-таки не буду выкладывать. Он реально ужасен. Ужаснейший стрим. Если кто-то хочет его посмотреть, можете посмотреть этот ужас в записи. Потому что я его выкладывать не буду там. Мы умерли через 5 минут от начала смены. И 2 часа в гостях летали. Все. В общем, ребят, давайте я вас куда-нибудь отправлю. Так, а почему наш мистер
мистер, как его там не стримит. Ладно, давайте. А я не знаю, кому вас отправить. Ладно, давайте вас к Джестеру отправим. Он единственный, кто хотя бы регулярно более-менее играет в эту Сасаку. Спасибо, ребят, что, кстати, на стриме сидите, я удивлен.